«Богом против человека». Так называется документальная картина Семена Пинхасова, повествующая о португальском аристократе, юристе и дипломате Аристидесе де Соза Мендесе. Будучи генеральным консулом во французском Бордо, Соза Мендес в течение 6 месяцев до июня 1940 года выдал более 30 тысяч португальских виз гражданам других европейских стран, бежавшим от нацизма. Более 10 тысяч из них были евреями. Автор фильма, американский режиссер Семен Пинхасов, совершенно случайно вышел на историю Соза Мендеса во время своего путешествия по Португалии. И моя жена обратила внимание на плакат, который она видела в концертном зале, и подвела меня, я прочитал, и я узнал, что он сделал. И, честно говоря, мне было стыдно и совестно, потому что я думал, что я знаю все об этом периоде и о этих людях. Только узнать о том, что я знаю, очень мало. И поэтому я сделал этот фильм. Аристидес де Соза Мендес действовал в нарушении всех инструкций. Еще в 1939 году португальское правительство издало приказ не выдавать визы евреям, изгнанным из страны их происхождения. Зная, что дорога каждая минута, дипломат очень спешил. Ежедневно до поздней ночи оформлял спасительные визные документы, не регистрируя и забыв про визовые сборы. Американцы организовали целый фонд имени Соса Мендес, в который они разыскивают людей, которые получили визы, и даже людей, которые не знали, что они получили его визы. Они только выясняют это сейчас. И каждый год все больше и больше людей приходят к нам и говорят о том, что мы нашли на чердаке или в подвале какой-то сундук, и его открыли, увидели старые документы какие-то, и вдруг увидели визы с подписью Соса Мендеса. «Вечер памяти де Соза Мендеса» — это продолжение международного проекта о праведниках народов мира, инициированного Российским еврейским конгрессом в 2016 году. В рамках проекта в Москве проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто, рискуя жизнью, спасал евреев от нацизма.